Итак, привет, дружище, меня зовут Саша, ты на канале Князь. Сегодня у нас битва замков, вынужден записывать это видео на стриме, но это не означает, что ты можешь не ставить княжеский лайк. Ты должен поставить княжеский лайк, ведь я тебе буду весьма благодарен. Расчехляй редиску, режь помидорки, усаживайся поудобнее, помидорки посыпай солью, заваривай чаек и погнали смотреть видосик. В этом видосике я заберу награды, все награды с акции шарик, и попытаюсь выбить для себя мастера рун. Давайте начнем с самого начала, что вообще происходит. Тут сидел на стриме, думал, как лучше мне поступить. Заходим в фонарики желаний. А вот такая вот тут ситуевина. Через 2 минуты я смогу долбануть вот сюда и выбрать 50 осколков мастера рун. Почему именно мастера рун буду там забирать? А все очень просто. Потому что у меня, по сути, этих осколков уже 130. Смотри, заберу 50, у меня будет 180. И как бы останется только найти где-то 20 осколков. Я встал перед вопросом, что мне делать, дружище? Что мне делать? Вот, можно, конечно, задонатить. Ну, типа, чтобы эти все шары открыть, нужно задонатить туда, грубо говоря, 400 рублей. Здесь всяких вариантов целая куча, вот, но они все для моего аккаунта абсолютно беспонтовые. Ну, то есть, или дорого и тупо, или дешево и ни о чем. И, как бы, ну, вот в последнее время такие именно акции у IGG происходят, но, тем не менее, у нас 1+1, и как бы все. Как бы все. Но, опять же, помимо ублюданского базара, у нас есть, скажем так, такая вещь, как «Собери сам». Первое, это вот как раз тот пак в 400 рублей, в котором я могу что-то замутить, да, я могу замутить себе камни пламени, которых на самом деле у меня почти нет, у меня 1500 осталось, или же я могу взять и поступить так, тут, короче, собрать 20 осколков недостающие мастера рун и, не знаю, там, кулаков взять, которых у меня почти нету. Что еще могу взять? Эмблемы 9 уровня. Не знаю, там самоцветы. Еще кулаков могу взять. Вот этих вот камушков. Но это уже стоит 800 рублей. У меня как бы кризис, сами понимаете. Вот просмотры не набираются, видосы не выпускаются. Вот стримы никому не нужны. Ну так, так какие варианты? Если покупаю этот дорогой пак, По факту, друзья, ну, у меня этого мастера рун будет нечем прокачивать, то есть у меня не будет камней пламени. Но это тупо. Ну, в лучшем случае я ему 10-й прорыв прокачаю. Если я покупаю этот пак и заполняю просто все камнями пламени, у меня будут камни пламени, но не будет мастера рун. То есть мне нужно будет где-то раздобыть 20, ребят, осколков. Что же получается? Кстати, а сколько у меня всего книг осталось? Может, у меня еще и с книгами проблема? Ну, у меня совсем проблема. Короче, при любом раскладе, как бы я ни поступил, у меня в любом случае будут проблемы. Ладно, ладно, мы не сдаемся. Смотрите, у меня камни пламени. Что у меня тут? Вот, 1200, то есть, ну, это совсем мало. Но у меня есть 100 магической пыльцы. Чтобы я сейчас не задонатил, у нас есть акция «Пакет накопления». И купив... А, стой, смотри, пакет накопления, да? И, грубо говоря... Да, если я покупаю за 400 рублей, то я не получаю магическую пыльцу. То есть у меня будет просто 100 пыльцы. Нет, я, ребят, в шоке. Я не знаю, короче, что делать. Я сидел, думал перед этим стримом, что мне вообще делать, и ничего не надумал. Вот. Короче, все, ребята, накрывается медным тазом. Я в больших сомнениях, короче. Что мне делать? Где мне этого мастера рун-то взять? Еще, знаете, самая обидная фигня заключается в том, что... смотри, фонарики желаний. Я тут выбрал 5 этих, грубо говоря, карт. Я выбрал тут 5 этих карт. А, я еще тут 1500 штуки получу, да? То есть у меня уже будет 2 с чем-то этих камней пламени. Я уже там что-то как-то смогу разгуляться. То есть, смотрите, вот, допустим, я вот получу... О! Я вот получу мастера рун, да?
А у меня здесь зачем-то выбраны эти три карты. Я ж не знал, что здесь будут по 50 осколков раздавать. А, еще и зефирика, смотрите, по сути, можно получить. Шикарно. Короче, ничего не шикарно. Вот, у меня все грустно. Ладно, пойдем по дешевому пути. Давай, выбираем. Выбираем мастера рун. Вдруг из карточки выпадет, понимаешь? Теперь идем, покупаем все это дело. О, сейчас отсюда выбьем мастера рун. Нет, не выбили. Ну, как бы, с карточек выбить мастера рун, когда у тебя 180 осколков, ну, тоже такое. Короче, куда ни плюнь, везде ситуевина абсолютно тупорылая. Ну да ладно, ребят, нам не привыкать. Мы делаем вот так вот. И, конечно же, берем все это дело и покупаем. Я тут потихонечку ввожу свой пароль. Вы, надеюсь, ничего не видите. Вы ж ничего не видите. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Так. Мне еще донатик пришел. Спасибочки большущие, Ани Вульфик. Так, полетели. Оп-оп-оп-оп-оп, успешная покупка. Короче, что-то у меня какая-то ошибка выдалась. Не знаю. Так, вы успешно приобрели. Короче, какая-то ошибка с IGG возникла. Но главное, мне все дали. Надеюсь, деньги не отняли. Посмотрим. Будет весело, если мне все дали, а деньги не отняли. Нет, деньги отняли, суки. Деньги отняли. Странно, у них там ошибки. Я надеялся, что как бы будет ошибка. И я получу все это бесплатно. IGG ничего не заметит. Вы, конечно же, ребят, не стуканете. Так, давай. Опа. Опа. Забираем 300 книг. Ну, всякое тут забираем. Сейчас по акциям пройдемся, по ништякам. Ну ладно. Так, дальше. Тут забираем 30 кг. Это невероятнейший, ребята, бонус. Дальше события. Собери сам. Так. Теперь мы можем все забрать из фонарика желаний. Да. Эй. Это что такое? Я что-то вот не понял сейчас. Почему я это не могу забрать? Ну, давай перезайдем в игру. Я же купил 1400 самов, да? Ну да, я купил 1400 самов. В чем проблема, IGG? Вы меня решили обмануть? Я ж потом развоняюсь, 5 видосов запилю, как вы просто меня безжалостно кинули на 400, извиняюсь, рублей. Вы мне будете должны теперь купить квартиру трехкомнатную в Юрмале. Понятно вам, блядь? Вам понятно? А. Так. Кинули меня, да? Кинули. Киданули, вот так вот и записываю видос. Акция уже скоро закончится. Или ждать, или перезаходить, да? Ну вот классно, IGG, ну, блин. Вы просто, ёпта, красавчики, не знаю, от бога. Ладно, пошли пытаться выбить осколки. А, ну ладно, давай, у нас же тут невероятная акция есть. Привет, весна. Ой, привет, весна, у нас целый один шанс. Вы получили карту яйца питомца. Боже, спасибо. Ой, тут у нас, смотрите, 14%. 0.7% на берсерка. Ну это ж невероятно. Давай, куем. Куем, как никогда не ковали. Ковка не удалась, да? Пошли вы в жопу. Вот. На своем маленьком пенисе вас крутил. Так, подарки тут. Императорская кузница. Пам-пам-пам. Подарки тут. Чё тут? Чё тут за подарки-то, а? Ничего забрать не могу. IGG. Кидалы. Вы кидалы, IGG. Значки почёта.
Вы, блядь, серьезно? Вы нах... значки почета раздаете? Вы вообще на всю голову минуснулись или что? Я не понимаю. Розыгрыш во ВКонтакте. Засуньте свой контакт и своего Усманова и свой Майл группу в одно место. Награды, награды, фонарики желания. Еще раз заходим в наши фонарики желания. Нет, но меня определенно кинули. Меня определенно кинули. Не, ну это ж не... Это же ненормально. Вот это вы видели? Просто супер награду с акцией. Вообще невероятнейшее. Да, ну ладно, я так понимаю, придется все-таки ждать. Но не дай бог мне не придут награды. Аджи, вы мне испортили мое видео. Ну что, ребятушки, наконец-то IGG раздуплилась, акции заработали, я могу забрать вот эту вот всю, грубо говоря, приблуду. Так. Сейчас нас интересуют именно вот эти три блатные карточки. Выбьем мы оттуда мастера рун или нет? Ваши подарки. Так. Три блатные карточки. Оттуда... Да, оттуда он может выпасть. Давайте сразу открываем три, и оттуда он не выпадает. Смотрите. Я же вам говорю. Ладно, давай откроем ништяки. Ох, ладно, давай в конце ништяки откроем. Пойдем сразу в парящий остров. У нас тут целых 100 осколков. Так. Ну и надеемся, я не знаю, это супер удача должна быть, чтобы выпал сейчас, ребята, ну, то есть, я не знаю, я на яйце сегодня ролил 400, и там ни одного раза не выпало, даже 10, ну, то есть, ни разу не выпал мастер рун. Опа, один раз выпал. Давай еще разок. Пожалуйста, дружище. Пожалуйста. Пожалуйста, дружище. Мастер рун. Ну, это супер удача будет, если мне выпадет. Пожалуйста. Ты же последний в списке. Ты должен падать чаще всех. Пожалуйста. Пожалуйста. Последние попытки. И еще последняя попытка. Куда, блядь, теперь 10 осколков не хватает. Теперь, блядь, не хватает 10, сука, осколков. Да, ну это реально, это невероятно круто. То есть у нас 190 осколков мастера рун, сука. Ну отсюда он ниоткуда, конечно, ниоткуда не упадет. Ну пипец, хоть стой, хоть падай. Типа еще... Ну я не хочу еще донить. Ребят, я не хочу донить. Ну камон, ну сколько можно? Сколько можно? Мне тут в чате пишут, что у меня еще бесплатка. Но, блин, камон, вот сейчас бы с бесплатки, типа, он упадет, конечно. Угу. Да, мы эти уши распустили и поверили. Вот. Так. Давайте ништяки откроем. Дальше будем думать, что делать. Ну, что-то у меня, блядь, нету желания еще раз донатить. Еще как назло ни хрена не выпадет. У тебя есть там пыльца еще. Да нет у меня пыльцы. Откуда у меня пыльца? Нету пыльцы. Две пыльцы. Пакет накопления. Нету. Да если сейчас не знаю, сколько это. Да 550 самоцветов купить. 550 самоцветов. Это с бонусными.
включая бонусные. Ну, не знаю. Ну, не знаю, давай. Ну, давай купим. Что нам остается? Это бесполезная херня для меня. Но это тоже бесполезная херня для меня. А собери сам. Собери сам, тоже ничего полезного нету. Ну, прям вообще ничего нет полезного. Прям вообще ничего полезного нету. Давайте откроем ништяки, там дальше подумаем. Так, там тогда дальше подумаем. 10 сраных осколков. Ну, понимаете, ну я, грубо говоря, задоню. А мне не факт, что выпадет, кстати. Ну, заберу эти 100 пыли, да? А мне не факт, что выпадет. Мне не факт, что выпадет. Вот в чем главная проблема. Говорят, купи скины. Ну, а толку от них там? Так. Ну давайте устроим шоу, посмотрим, что из этого получится. Купим скины. Так, сейчас тут все ништяки откроем. А другой набор уже дороже. А денег у меня нету. Так. Так. Так, что у нас тут? О, десятки. Ну, мне, конечно же, маскировка не выпадет. Ну да, ну что ей выпадать. Так. Или уже доплатить еще 2 евро, по сути, еще 200 рублей. И... уже тогда взять камней пламени. Ну тогда у меня книг все равно не хватит. Так. Окей. Сундук форта. Так. Окей, заходим сюда. Мне тут говорят про один набор. Вот, но он стоит 4 евро. Он стоит все равно 4 евро. То есть, и фиг его знает. Лучше тогда рискнуть за 4 евро. Взять лучше... Собери сам хотя бы. Тут скины брать. 600 скинов. Ну, давайте. Скины, ребята, так скины. В чате меня спрашивают, как дочку зовут. Дочку зовут Элиной. Так, давайте рискнем, так рискнем. Да. Ой. Так. Скины. Ну, от скинов сила-то не сильно вырастет. Окей. Та-та-ра-та-та-та. Как обычно, вводим пароль. Ай-яй-яй-яй. Мне пишут разные возьми, но уже поздно.
Окей. Так, мы забрали. Сейчас заберем, собери сам. Так. Пакет накопления. И у нас есть еще 100 пыли. Хорошо. 100 пыли, так 100 пыли. 100 пыли, так 100 пыли. Ну давай, парящий остров. Последняя попытка. 6 евро уже потратил. Пожалуйста. А вы понимаете, он может и не выпасть вообще. Вот в чем прикол. И он, сука, не выпадает. У меня быстрее соберется. У меня быстрее соберется. Так, осталось 10 попыток. Быстрее соберется механоид альфа. Посмотри. А, вот. Ну сейчас хотя нет, он дал 3 осколка механоид альфа. Так. И последние попытки. И... Я его не собрал, друзья. А, блин, сука. Ну не всем же видосам быть счастливым и хорошо заканчиваться. На этом все, друзья. Всем пожелаю огромнейшей удачи. И всем пока.